Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy M12 включить таймер камеры. Для этого в первую очередь переходим в камеру. И видим здесь наверху, на верхней панельке, 5 кнопок. Третья из них — это у нас таймер. Можем установить на 2, на 5 или же на 10 секунд. Давайте установим на 2, попробуем сделать фотку. И как вы можете заметить, таймер сработал. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!